Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Castle Flipper. Мы с вами построили домик, точнее пару домиков, если это можно считать тоже за домик. Ну, как бы снимают, значит домик, правильно? Правильно, вот домиков, куда заселили ребят, и они приносят деньги. А еще они по КД засоряют нам эти дома, но я бы не сказал, что это прям супер плохо, потому что, во-первых, мы с вами деньги забираем. Но, когда там мусор, нам, смотрите, нужно убраться в доме. Но что хорошо в этом мусоре, то что он нам тоже приносит деньги и стройматериалы, так что... В общем-то, довольно неплохо. Нифига себе, камни накидал, интересно. О, бутылочка осталась, так, понимаю. И таким образом мы с вами можем собирать еще и не только плату, да, но еще и убираться, соответственно, получать тоже деньги какие-то и стройматериалы. Так, у нас с вами здесь тоже часть этого дома, поэтому тут, скорее всего, тоже мусор есть у нас, да? Ну да, как, в общем-то, я и думал. Убираемся, давайте. Ну и посмотрим, у нас с вами денег совсем сейчас мало, как видите, стройматериалов тоже не особо-то много. Так, заберем плату, давайте. Поэтому сейчас приберемся, посмотрим, сколько будет. Наверное, с вами построим еще домики, ну, какие-нибудь такие простенькие, возможно. Возможно, какой-нибудь многоцелевой дом, скажем так, построим. Не для одного человека, да, а сразу попробуем нескольких заселить. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь в этом, потому что как здесь стройка, как она рассчитывается и как она все это воспринимает. Большие у меня по этому поводу сомнения, знаете ли, есть. Ну, ладно, сейчас мы с вами давайте здесь уберем. Капец, сен какой-то втором этаже. Что ты здесь сделал? Что ты, бочка раздолбанная, офигеть. Чем ты здесь занимался, дружище, скажи, пожалуйста. Все, прибрались? Я надеюсь, что все. А, нет, еще снизу что-то есть, какая-то бадья стоит. Давайте тоже ее уберем. А где она, подождите? А, понял. Хорошо. Вот здесь он решил тоже раскидать всякого разного. И я что-то попробовал поставить всякие разные штуки еще дополнительные. На цену это никак не влияет. В общем, максимум, видимо, чисто именно объем влияет. Вот объем домика и все. Потому что что-то мы с вами поставили сверх норму там, а на стоимость никак не повлияло, поэтому нафиг нам это с вами нужно. Правильно, правильно, что мы с вами там лишнее будем еще ставить, деньги стоит тратить, а потом нам за это платить все равно не будут. Вот, и по поводу заборов, просто забейте на эти заборы, это просто нечто. Ну, как, в общем-то, вся стройка в этой игре, потому что с заборами происходит примерно следующее, что у нас с вами произошло с ним вот там. Он просто через несколько секций начинает заваливаться, утопать куда-то там, вываливаться, выпрыгивать там, и, короче, в общем... Жесть полная, поэтому я думаю, что с вами обойдемся без них. Просто, знаете, как сделал, ну, посадил пару деревьев, там поставил клумбочки, уже, в принципе, нормально. Смотрится и хорошо. Ну вот, а сегодня мы будем строить с вами еще один дом, как я уже сказал. Если, конечно, нам с вами дадут сделать, потому что прям по КД они свинячат сейчас около в своем доме. И я только и делаю, что бегаю да собираю. Но, в общем-то, зато, как видите, денежки потихонечку набираются. Ну, ладненько, давайте попробуем, что ли. 8 тысяч у нас там есть, немножко дерева есть. Будем, наверное, какой-нибудь деревянный дом строить вот здесь, скорее всего. Так, а еще я бы хотел, знаете, что сделать? Я бы хотел, наверное, здесь где-то примерно. Дорогу уже пристраивать не буду, конечно, просто сейчас как-нибудь. А мы здесь, наверное, не сможем никак прилепить ее, да? Разве что вот так. Разве что вот так, разве что вот как-нибудь вот так, да? В эту сторону, просто хочу еще провести тоже. Вот здесь как раз у нас сами дом будет получаться. Сейчас мы с вами здесь давайте до конца проведем, когда там у нас соединится. Ну, сойдет, сойдет. Так, вот, собственно, здесь у нас такое большое пространство, и здесь, наверное, как раз этот самый дом мы с вами построим. Сомневаюсь, что у нас с вами хватит денег на весь дом, но... Мы с вами будем периодически бегать, собирать деньги, так что прям супер большие. Но хоть какие-то, да плюс еще надо будет за ним почищать. Вот, и попробуем действительно сделать один дом повыше, там, не знаю, этажа может быть три, для каждого по этажику, грубо говоря. Что у нас там вообще сейчас по... Так, урон, ё-моё, не так часто свинячит, мне кажется, еще чаще будет. Так, размер 6, 4 и 10 размер, да? Ну, тогда не поменяется, скорее всего, когда мы с вами кому-то отдадим домик, поэтому... На 10 можно забить, а можно и сделать место, в принципе, дофига и больше, может быть, даже не один дом построим. Ладно, давайте мы с вами сейчас накидаем быстренько в панель сюда... штук, пока из которых все это дело у нас с вами будет происходить. Да, самые такие необходимые. Потом уже все остальное будем смотреть. Так, крыша, крыша, давайте. Такую крышу возьмем тоже, пускай будет. Ну, из этих потом уже там посмотрим, что куда. Так, ну чего, мы с вами начинаем. Как мы с вами начинаем? Я думаю, что поближе к дороге сделаем даже. Это отсюда, да, в эту сторону. А, нам с вами еще лестницы нужно будет строить. А лестницы мы с вами сможем строить... Ну, либо сбоку как-то там, либо с этого края надо будет. Тогда надо отступить побольше, слушайте. Тогда нужно побольше отступать, чтобы можно было спокойно лестницу поставить. Ну, так, давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, в принципе, да? Ну, четыре. Четыре на раз, два, три, допустим. Ну, уже получается необходимое количество. То есть такая, знаете, у нас с вами здесь... И здесь потом еще один можно домик будет такой же зафигачить примерно. В ту же сторону, да, смотрящий, так сказать.
Ну, давайте пока на таком размере становимся, а там уже дальше посмотрим. Не будем как-то далеко отступать, прямо здесь начнем делать все. Так, то есть, на самом деле, здесь лестницы будут наверх, по идее, подниматься, да? Значит, нам с вами здесь, наверное, лучше сделать просто стенки. Ну, таким образом, стеночки, стеночки. Дверь где-то входная будет, наверное, здесь одна. Поставим с этой стороны, сейчас это у нас на первый этаж, получается, будет, да? Так, ну, окошек тоже немножко, чуть-чуть. Надо наставить, я считаю, да, чтобы какой-то свет проникал сюда, хоть иногда. Вот так с вами сделаем. Ну, то есть здесь будут такие, знаете, скромные жилье довольно-таки. Мы сделаем небольшую ванную, возможно. Может быть, даже, знаете, отдельно делать не будем. Просто накидаем, что им там нужно накидать, и все, чтобы деньги шли, чтобы мы спокойно могли заняться нашим замком хотя бы. Это просто будет у нас все в аренду сдаваться. Так, вот и как нам с вами нужно наверх лестницу поднять? Ну, мы можем взять, я думаю, что... Да, наверное, обычную лестницу поднимем, что там. Не, можем, конечно, винтовую попробовать. Но она не поставится, потому что фундамента нет, да, скорее всего. А фундамент, в свою очередь, нужно будет закрывать потом обязательно крышей. Так, а если мы с вами возьмем просто такую вот... Ну, опять же, нужно, в любом случае нужен фундамент. Как ни крути. Только вот такая может быть фундамент поставится, но она ставится, как бы, сами видите как. Вот так. Окей, 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 окей. Тогда мы с вами сделаем вот что. Раз, два. Блин, надо будет крышу такую делать. Ну и сделаем, ладно, ничего страшного. Раз, два, три. И с этой стороны как раз еще тоже давайте раз... Два, три. Даже немножко больше места в сами осталось в эту сторону, да? Ну-ка, если мы сами еще сделаем. Нет, здесь уже фундамент не помещается. Ну и ладно. И не надо. Так, тогда мы сами как здесь поступим? Мы сами возьмем лестницу. И, наверное, все-таки винтовую, да? Так, она сейчас здесь не хочет ни в какую крутиться, вертеться, как нам сами надо. Вот так нам сами нужно, да? Даже здесь. А, ты даже здесь теперь ставишься? Подожди, подожди. Ну да, да, и главное, чтобы вот здесь был именно. Под ней, типа, фундамент. Это, конечно, немножко странно выглядит, но от дороги прям прикольно, на самом деле, что она идет. Не совсем утопает, правда, ней, ну и хрен бы с ней. Здесь будет вход, получается, да? Здесь, допустим, а на следующий этаж нам надо будет еще ведь выше делать. Так. Это у нас типа... Ну, либо двухэтажные делать дома тогда просто. На два этажа. Я вообще вот что хотел сделать-то. Я хотел немножко их не так сделать, как сейчас мы сами здесь делаем. Я хотел, знаете, как сделать. Ну, хотя, возможно, у нас с вами и получится. Сейчас попробуем. Так, значит, здесь нам с вами нужен потолок, который мы с вами не взяли, кстати говоря. Так, потолок, потолок. Давай тебя пока сюда. Так, мы сейчас, значит, как будем сделать? Мы сейчас будем делать вот как. У нас здесь будут, то есть они как бы будут, конечно, маленькое жилище, но... Так, сейчас раз, два, три. Раз, два, три. Два, три, раз, два, три, четыре, вот. Так, то есть, понимаете, у нас как бы этаж. Ну, чтобы интереснее, думаю, смотрелся. У нас с вами будет первый этаж. Над ним будет второй этаж. Как бы будет смещен. Опять же, не знаю, скорее всего, нам скажут, сейчас игра такая, делай просто коробку, иначе нифига. Но сейчас мы много этажей делать все-таки не будем тогда, а просто попробуем сначала сделать хоть что, что-то получилось у нас, да. Так, то есть у нас с вами получается вход будет здесь. Наверное, все-таки вот по этой. Не, неправильно, что вход здесь будет у нас с вами. Так, здесь у нас с вами будет пока... Здесь окно сделаем. Так, здесь у нас с вами опять получается стенка просто обычно идет, да? Здесь окно, здесь стена. Здесь еще одно окно. Вот как-то так. Поэтому на панельке два раза окно сделано, ну ладно. Чтобы более-менее все ровненько получалось хотя бы. Так, значит, здесь у нас с вами окно вот тут получается, окно вот здесь, да? Ну и в эту сторону еще давайте окно одно сделаем. Вот так, хотя там у нас с вами просто были. Просто были. Так, тогда мы с вами, да, это даже несколько нам с вами, скорее всего, упрощает дело. Потому что мы здесь сможем где-то лестницу поставить вот тут, например, да, повыше еще. Но для начала все-таки два этажа сделаю, потому что, ну, нафиг. Опять сейчас наделаем с вами, а в итоге ничего не получится. Так, главное, чтобы была над каждым фундаментом крыша. Но проблема в том, что здесь вообще фундамента нет. Здесь только пол. Который крыша не является, может быть, он является фундаментом, кстати. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Сейчас будем проверять все. Может быть, лестницу поменяем то напрямую, потом обычную поставим, какую-нибудь там тоже с потолочком. Как пойдет. Так, это пока могу убрать. Но вот, к сожалению, здесь не могу убрать. Ну и хрен с ним. Точно не могу. Ну да, видите, сразу отваливается. Но вот это вот точно нужно убирать здесь. Блин, здесь потому что крыши не будет. Нам крышу нужно будет, получается, навесом хотя бы сделать тогда дальше. В любом случае, нам нужно будет здесь поставить балки и поставить крыши, потому что иначе он так точно не засчитает нам.
Ох-ох-ох-ох, ладно, ладно, сейчас, сейчас мы с вами все здесь разберемся. Так, может быть, лучше здесь лестницу сделать тогда? Не, давайте, давайте, наверное, все-таки не круговую, не хочу, что-то неохота мне круговую здесь сделать. Такую обычную сделаем, поставим просто. И будет подъем такой у нас с вами сюда, да? Выходить. Так, ладно, тогда мы с вами сейчас здесь крышу ставим пока что, просто обычную самую. Вот как поставится, вот так, да? И нам нужно, получается, ее будет протянуть, во-первых, сюда дальше сделать. Чтобы здесь тоже все было в крыше. Здесь подпорки ставим тогда. Ну, что-то мне сдается, опять у нас сейчас не получится задуманное, к сожалению. Но я очень хочу попробовать, поэтому сейчас. Так, вот здесь, в принципе-то, этого не нужно нам. Ну, опять же, разве что только для балок, разве? Ладно, пока уберу. Сейчас будем варианты разные с вами придумывать, так сказать, как оно получится у нас, по идее. Ну, тут как бы фундаментов нет, значит, крыша, по идее, быть-то и не обязана. Вроде как. Но не уверен, что тут этого вот добра. То есть без подпорок оно как бы смотрится крайне опасно, как будто бы, может быть, упадет. Ну ладно, сейчас давайте сделаем. Так, ну ладно, крыша хотя бы уже не упала, когда здесь стену стал сносить, но подпорки тоже нужны будут, естественно, потому что не без них. Потому что крыша на этом все будет держаться, и крыша нужна здесь обязательно. Тут у нас с вами фундамент снизу идет. Так, ну давайте сейчас тогда закроем. Блин, это немножко сейчас неудобно сверху будет ставить, наверное. Ну-ка, подождите-ка, зайдем, посмотрим. И они нормально вообще. Хорошо, спокойно ставится все. Пока что. Так, ну нам так и надо примерно до сюда, в общем-то, делать. Дальше уже не нужно оно нам. Так, ну ладно, допустим, крышу мы сами здесь сделаем. Вот такая вот она здесь будет немножко странноватая, но в целом ладно. Можем даже здесь потолок при желании сделать. То есть тоже как бы не пересекает верхний того. Главное здесь не делать лишнего. То есть мы с вами можем сделать его, в принципе, вот таким. Сейчас еще надо поставить здесь тоже заглушки, так сказать. Такие вот, да? Заглушки для квартиры. Так, сейчас мы с вами здесь тогда. Давайте установим все-таки потолок, чтобы там это в глаза все не бросалось. Ну и просто сейчас дерево все заделаем, чтобы глянуть, будет ли оно засчитываться. Мы даже с вами можем начать со второго типа этажа. Повесить там, вот если повесится вообще. Повесить там, в принципе, попробовать знак того, что, собственно, сдается. Все это дело у нас. Блин, здесь, конечно, подпорки тоже бы не мешали, потому что это какая-то жесть. Тогда нужно будет фундамент. Но фундамент мы с ней можем себе позволить здесь поставить. Потому что там сверху крыша везде есть. В общем-то, и здесь то же самое, да? Ну давайте, ладно. Попробуем так сделать. Сейчас опять, правда, ерунда будет с ними полнейшая, но. В целом, я думаю, с ними как-то будет повеселее смотреться, да, хотя бы ощущение, так сказать, того, что действительно конструкция мощная, и она на чем-то держится, а не просто на честном слове. Угу, и вот здесь бы тоже хотелось бы прям до конца туда добавить. Так, ну ладно, допустим. Допустим, оно действительно так. Сейчас у нас сами дерево, блин, кончится, и в итоге ничего не построится. Ладно, нормально, не паникуем раньше времени. Так, давайте сейчас заделаем крышу все тоже. Ой-ой-ой, так, а вот здесь бы, конечно, нам с вами достать. Но выглядит прикольно, кстати. То есть, прям вообще крутой дом. Только я немножко по-другому сделал, все-таки не весь деревянный. Здесь, наверное, штукатурку или камень какой-нибудь снизу. Но, опять же, мы пока с вами проверяем, как оно будет работать. Так, а там я не дотягиваюсь, так понимаю, правильно? Ну, видимо, правильно. То здесь что-то надо с крыши тоже придумать, чтобы такие квадраты не были. Ну, либо стенкой заделаем, либо чем-то такое. Сейчас прикинем. Как нам вот это с вами отсюда убрать? Но что-то есть такое ощущение, что как бы никак. Ну, либо... либо, конечно, вот так. Сейчас. А вот здесь я смогу теперь убрать, или ты упадешь? Скорее всего, упадет, да? Ну, конечно, да. Можем просто закрыть вот так тогда. В принципе, как вариант, и фиг с ним. Так, опять же, давайте сейчас не будем шибко, ну, выдумывать в том плане, что, ну, квадрат и квадрат торчат, ладно. Здесь мы с вами поставим, либо, кстати, как раз-таки еще дальше продолжение будет у нас с вами, либо нет, либо мы с вами просто тут поставим тогда уже перила, да? Которые не поставятся, потому что здесь подпорки стоят. Но подпорки убрать можно, ладно, это типа окей. Оно, по идее, никуда не денется без них сейчас. А чё ты? Окей. Нормально же общались, играя. Ну что опять началось? Ай, ничего страшного, без них обойдемся, знаете. Как бы,
Подпорки были, да? Так, давайте дальше пока сделаем сейчас. Так, вот тут мы с вами явно сейчас уберем, короче, пока нафиг вообще это не будем что-то делать, это только лишние материалы тратить и деньги. Пускай возвращается, да, это мы. Оно и без этого должно сработать, потому что у нас там главное сейчас дом, крыша будет доделана и все будет хорошо. Так, ну крышу обязательно надо делать, чтобы это точно не сработает. Так, сейчас плюс еще окна всякие надо будет поставить. Можно забить пока на окна, на самом деле, может просто еще стенками заделать. Нам главное сейчас проверить то, что будет ли вообще отдельно считаться вот этот дом. Типа как отдельный дом, а не как часть вот этого дома. Остается у меня что не будет. Но было бы, конечно, прикольно, если бы считалось. Но опять же, это же игра. Вот это вот самая, та самая, да? Которая нам не дает ничего построить. Поэтому я бы намного не рассчитывал, честно говоря. Ладно, смотрим давайте. Значит, табличка. Ну, здесь она вешается, как бы, да, табличка, окей. А здесь отдельно еще повесится одна или нет? Вот здесь. Угу. В этом... Ясно. Ну, в общем, вот мы выяснили. Нельзя, к сожалению, делать многоэтажный дом, чтобы каждому по этажу было. Только можно вот сделать дом, чтобы, соответственно... Целый дом для кого-то. То есть смысла вообще во всяких там прикольных домах, как, короче говоря, нету никакого. Чтобы получать деньги, нужно просто такой курятник ставишь 4 на 4, да, какой там, 2 на 2 ставишь, кидаешь кровать, все, что им нужно, и все, получаешь с этого деньги. Обидно, конечно, но что делать? Но остается только, знаете, надеяться на то, что, может быть, цена хоть нормальная будет у этого дома, хотя что-то я сомневаюсь, честно говоря. Ладно, давайте сюда снизу будем повесим... Что там у нас есть? Да, ну хорошо, ты можешь сверху-то убрать ее? Не, вот эту штуку убери, пожалуйста, снизу повесим, чтобы поудобнее самим было брать. Потом все это дело. Так, что там у нас? Что там у нас? Ну, у нас, конечно же, не готовые дома. Ценник уже у домов нормальный у всех. Всем более чем хватает. Тут как бы 4-6, видите, то есть реально такие надо курятнички строить небольшие. Много-много-много, можно будет деньги получать с этого. Так, там еще ничего не накапало. Ой-ой, теперь здесь пора убираться. А деньги есть? И деньги есть. Ну, тогда давайте двухэтажный такой оставим, в принципе, как есть. Подъем будет у него здесь дополнительно, да? Здесь будет какая-нибудь ванная, еще что-нибудь такое, не знаю, там посмотрим. Ну, тогда можно, наверное, уже сделать, в принципе, и потолок. Да, давайте обратно поставим. Заделаем тоже деревяшки, чтобы таких вот квадратов здесь не было. Хотя бы. Ну, немножко камня зато пособирал. Сейчас можно будет нижний этаж заштукатурить. Ну, главное сейчас понять, опять же, зачтется ли оно все, как нам сами нужно, или нет. Или опять он скажет, не-не, вообще не сдвигай дома вот так никогда в жизни. Делай вот только вот так вот максимум. Максимум так. Но у нас точно сейчас все закрыто крышей. Прям каждый фундамент. Прям он под крышей находится. Тут уж вообще без вопросов. И здесь все под крышей, там под крышей. Тут все, тут даже есть фундаменты дополнительные, которые как бы не нужны, как бы они тоже под крышей, если что, находятся. Можно здесь колонну поставить. Ладно, давайте не будем сейчас мельтешить, мы с вами сейчас двери поставим, двери, окна. И от этого уже будем плясать, потому что опять нифига непонятно, будет ли там нам зачтется, не зачтется оно. Так, хочу такие двери. Хочу такие двери и хочу вот такие окна, такие же. На второй этаж у нас с вами дверь будет, наверное, обычная, деревянная там. И ставни такие тоже будут. Так, а здесь у нас с вами вот такое, поехали. Открываем пока что, давайте везде здесь. Сейчас окошек накидаем, но здесь хотя бы окна в правильную сторону открываются. Нормально, снаружи, да? Отлично. Класс, ну все. Поехали пока дальше лепить. Точно нужно как минимум дверь поставить. Так, дверь ставим, окна теперь ставим. Внутри зайдем там. Явно будет поспокойнее немножечко. Поприятнее это делать изнутри. Так, ну по идее вот сейчас дом типа должен быть готов. Ну, кроме мебели. Нет. Не готово. Не готово, оно не готово. А, ну да, потому что фундамент вот, а у нас как бы... Да, ну это бред какой-то, просто жесть. Ну нет, тогда я смысла не вижу в этой лестнице. Мы сейчас ее уберем и сделаем там внутри просто. В принципе, место есть для этого. Здесь сейчас просто сделаем где-нибудь, да? Наверх. Да, как раз подъемчик. А, ну можно ли вот здесь лестницу поставить просто, кстати, на второй этаж? Вот тут. Это будет как немножко не с той стороны, с которой хотели, конечно. Но в целом зато будет все нормально, по идее. Сейчас должен быть готов, да? Угу, сейчас готов. Так, а или здесь вот можно, кстати, поставить.
Тут кусты. Да и хрен бы с ними. Подумаешь, кусты. Ну, давайте, наверное, здесь поставим. Раз такое дело, здесь у нас как раз есть все, что надо. Так, ну я не поставлю по-нормальному сейчас. Ну, обычную поставим. Обычную, правда, из-за кустов получается. Ну, ничего страшного, я думаю. Я думаю, они переживут. Вот, а здесь у нас еще вот такой балкончик, который, опять же, почему-то теперь не хочет закрываться вот так вот. Что, блин, ему не нравится? Ему, скорее всего, не нравится, я так думаю, крыша, да? Тебе крыша не нравится или что тебе не нравится? Нет, тут-то внизу ставишься почему-то, потому что тут два этажа, возможно, а тут тоже не ставится. А как у нас там стояло? А, мы там выносили, типа, да? Ой, жесть какая-то, конечно. Какая-то жесть. Почему ты здесь не можешь поставить? Здесь места просто предостаточно. Более чем. Он даже не хочет обращаться. Да. Ладно, давайте первый этажик заделаем все-таки, как и хотел. Либо штукатуркой. Ну, можно, кстати, и даже заштукатурить, в принципе, почему бы и нет. Да? Я думаю. Мы даже можем с вами не так сделать. Мы с вами даже можем сделать мелкозернистую вот такую, типа. С камушком. Прикольно тоже выглядит довольно. Здесь можно было окно, кстати, поставить. Ну, ладно. Так, окей. Ну, да, пускай так будет. Небольшое разнообразие, так сказать, внесем здесь. Окей, окей. Ну, в целом-то все равно довольно неплохо домик выглядит даже так. Даже так. Довольно неплохо выглядит. Как бы все, что могли, выжили из этой стройки, мне кажется. Больше здесь уже особо ничего не выжить. Ну, теперь давайте, что внутри требуется ребятам. Так, кому? Кто у нас там подороже обещает быть? Ну, ты. Процент такой нехилый, ну и хрен с тобой. Так, кровать, шкаф, стол и ванную, да? Ну, ванную мы с вами сверху, наверное, сделаем все-таки, я думаю. Так, здесь где-нибудь зафигачим. Довольно просторное помещение получается. Опять же, тут не так много всего. Поэтому просто возьмем какую-нибудь. Ну, я так понимаю. А ванна тебе нужна обычная там, да, вроде как была? Не обязательно что-то дорогое делать. Сейчас просто посмотрим. Что там, засчиталось, не засчиталось? Да, ванна есть. Кровать обычная. Шкаф. И стол обычный. Но, опять же, здесь... можно, в принципе, жилой этаж как бы сделать вторым. А здесь, типа, как бы кухня, которой как бы не будет. Потому что, как бы, не нужна, ничто не влияет. Но... здесь мы с вами можем, знаете, как сделать. Заходишь такой. Тут тебя ванная, короче, ждет. Тут могли бы быть какие-то шторки или что-нибудь такое, которых здесь нету. Занавески. Занавески — это не шторки. Занавески — это они даже сюда не вешаются. Я не повесить сейчас нормально должно быть, да? Нет? Нет? Ага. Ага. Угу, понимаю. То есть на окно нет. Я понял тебя. На окно у нас с вами такие есть. Ну... окей. Слишком, мне кажется, богат для такого домика. Но раз есть, который, опять же, ни на что не повлияет, могу не повесить. Для разнообразия, скажем так. Че, а куда делись? А, они все на месте. Нормально. Так, с чем мы с ним... я не вижу. Почему они вниз убежали? Да хватит разворачиваться-то, боже мой. После каждого щелчка разворачивается все опять в другую сторону. Неудобно. Ну, миленько, кстати, миленьким. Так, значит, нам с вами нужны какие-нибудь еще там, типа скамейки есть, что-нибудь такое, нет? Табуретки, скамейка какая-то, во-во-во. Раз. Для ванного места, скажем так, банного-ванного. Да, давай поставим так, и здесь где-нибудь еще одну. Ну, коврик можно тоже выложить, почему нет? Так, значит, здесь у тебя будет ванная, здесь у тебя также будет шкафчик, можешь помыться, побриться, так сказать, и все остальные свои дела сделать. Шкафчик мы с вами поставим. А шкаф нужен был какой? Что там нужно было? Там нужно было, по-моему, шкаф богатый как раз, да? Стол богатый, шкаф богатый. Кровать обычная. Угу. Так, стол, говоришь, богатый тебе нужен, да? Сейчас бахнем тебе стол богатый какой-нибудь. Маленький, не хочу такой. Ну, давай такой. Не то чтобы он был большой, но как бы зато богатый. Окей, ну надо каких-нибудь хоть и не требует от нас. Ну, пару стульчиков поставить можно было бы. Обычных таких, да? Типа, так сказать, сесть, присесть, подумать о своем житейском. Так. И получается, шкаф остался, кровать, да? Я то ли за штор, похоже, не могу ставить, только в... серьезно.
Вот это да. То есть вообще никогда не могу поставить кровать. Ну что, да, я понимаю, они всегда занимают полкомнаты обычно, то есть как бы, здесь нормально ставишь, там нет. А, ладно, давай, где шторы нет, поставим кровать, например, здесь. Окей, а как я шкаф поставлю? Никак. Ну, вот сюда куда-нибудь придется ставить. Так, ну что там, надо еще, давайте постелим, так уж и быть. Кровать. Так-то мы можем свои кровати в других тоже домах юзать, поэтому нормально все, в принципе, в этом плане. Что там, готово, нет? Да, готово, ну заезжай. Держи. Максимально 925, найс, балдеж. Класс. Давайте что ли тоже как-нибудь вокруг немножко подраскидаем, клумбочек всяких разных и прочего, потому что ну, тут как бы вообще ничего нету. Это не держится здесь. А, о, починили что ли, нифига себе. А то раньше ставил, но почему-то прокат, ну, куда-то укатывалось вниз. Под землю, говорил, что ему нет опоры. Ничего себе, вау. Вот это да. Балдеж. Хоть что-то починили. Так. Ну, в любом случае. А эти кустики тоже мало. А, нет, тут вот, для них нет опор по-прежнему. Почему они в клумбы не сажались? Ладно. У нас есть тумбочки. Вот эти вот. С цветами, так сказать. Тумбочки, клумбочки. Поставим просто их здесь где-нибудь. Можем, кстати, здесь поставить. Прямо около дома так-то. На самом-то деле. Но почему бы и нет? А, ну да. А, можно. Я думал, что нельзя. Смотрите-ка. Ничего себе. Вот это да. Вот от этой игры я, конечно, такого не ожидал. Что она даже поставится здесь спокойно. Вау. Так, ладно, подожди, пока уберем тебя. Ну, хоть как-то домик переукрасим. Смотрите-ка, а? С клумбочками. Да хорошо прям. Прям балдеж. Под окнами что-то красивое, как раз таки, слушайте, нормас. Их можно открыть, здесь прям где цветочки будут, во. Это тоже похоже на подоконники какие-нибудь. Так, здесь мы с вами что сделаем? Здесь мы с вами просто поставим. Пару штук этих, наверное, да, как-нибудь. Ой-ой-ой. И будет, в принципе, неплохо. Деревья посадим опять. Давай одну такую, все. Так, сейчас с этого края будем смотреть, чтобы было ровненько, красивенько. Оп. А еще поместится одна? Не помещается, да? Ну и ладно, не что-то хотелось. Может, конечно, квадратный поставить, но не будем даже мельтешить слишком сильно. Так, здесь у нас может каких-нибудь пару деревьев. Не то, чтобы их прям здесь супер много было. Но огромное дерево хз, конечно, тут, мне кажется, как-то не особо будет смотреться. Ну да, прям залезает в дом прям. Своими ветками. Ну, что-то такие вот маленькие, средние поставим, точнее. И будет хорошо. Давайте-ка, наверное, промотаем сейчас. Опять, да что же за свинюхи такие. Ладно, не, на самом деле, хорошо. Свинячьте чаще, потому что нам за это деньги дают. Так, давай-ка на уточек перемотаем. Нормас. Так, доски здесь появляются постоянно. Так, здесь у нас тоже клумбочка будет с этой стороны. Отлично. В принципе, здесь клумбочки есть хорошо. Замечательно, прекрасно. Да нет, нормально, даже неплохо это получилось, знаете ли. Так, ну что, у нас опять много камня накопилось, кстати. Вот этот дом я переделываюсь. Я, знаете, только что-то сделаю, наверное, сейчас. Хотя, не, у нас здесь есть, в принципе, леса, в котором мы с вами спокойно забираемся, если что, здесь и забираем всякие непотребства, которые не оставляют, поэтому нормально. Так, давайте мы с вами здесь немножко еще деревьев прихватим. Средненьких желательно. Так, вот это как раз средненькое желательно, да? Угу. Это как раз оно. Ну так, знаете, чисто вокруг посадим пару штучек, троечку, чтобы это... Чтобы было. Желательно, конечно, еще разных посадить всяких. Не только таких. Так, ну с вами сейчас такое сажали. Давайте, наверное, такое какое-нибудь посадим еще. Типа оно другое. Хоть немножко. Типа... Зеленый город, все дела, знаете, там. Свежо дышится, легко. Тоже немного не буду усердствовать сильно. Ошибка, так сказать, над этим. Ну что, уже, так сказать, даже какая-то часть города как будто бы, да, смотрите. Бежишь, какие-то там деревья там растут у тебя, я не знаю. Еще там дома стоят. Дорожки даже какие-то есть, какие-никакие. Уже что-то вырисовывается. Так, ну куда-то мне зайти куда-нибудь повыше. Я таких не увижу, да? Эть, ладно, сейчас замок посмотрим. Ну, нормас. Красота. Так, вон домики стоят. Балдеж. Может, конечно, немного, но... Кажется, все, что есть, все наше. Так, ну что, у нас с вами денег как бы не то чтобы прям много, 8 тысяч, но мы с вами можем немножко пойти попробовать сделать что-нибудь с погребом с нашим. Там, типа, какое-нибудь оборудование поставить.
Опа, уже здесь застарилось все, ёпрсоте. Но это, опять же, неплохо. Очень камни много дают, кстати говоря, за эти штуки. Это хорошо, это радует. Идрить, ты тут повеселился или повеселилась? Офигеть. Что за праздники жизни здесь происходят? Какой-то кусок сена опять валяется. Так, заберем сейчас плату, давайте. И поднимемся наверх, посмотрим, что происходит здесь. Здесь тоже куча всего, естественно, разбросано. Какие-то ведра появляются непонятные, которых здесь как бы не было. Ну, ясно, бутылочка. Не без нее, так сказать. Это нормальный вообще, нет? Что за жесть? Тут хоть это, поаккуратнее веселитесь, пожалуйста. Все, нет? Не, еще вот. Еще снизу что-то есть. Сверху? Серьезно? На потолке здесь появляется еще мусор? Воу. Поэтому лучше... А, мы можем сквозь него убирать. Класс. Вот это способности, конечно, у нас не кислые. Так, где-то еще одна была, да? Здесь снизу ящик стоит. Все, вроде убрали. Нормас? Нормас. Поехали, отлично. Ну, немножко денег подработали стройматериалов, балдеж. Правда, стройматериалы не то, чтобы нам сами нужны, сейчас были, нам только чисто деньги остались. Но мы можем их продавать, они, правда, ничего не стоят, тоже толком. Оставим на будущие постройки. Так, ну что, давайте вниз тогда. Вот здесь у нас с вами будет всякая кухонька и прочее, да? Сейчас здесь какая-нибудь там печка, столы. Хотя что-то вообще у нас есть, наверняка там толком нифига нету. Кухня, 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 кухня. Так. Это все не то, это скорее не кухня, а столовая какая-то уже. Мне нужно в разные идти. Вот. У нас всякие типа печки здесь, очаги есть и прочее, прочее. Ну, камин мы с вами там потом поставим повыше уже. Ну и в другом всякие тут бочки тоже имеются, да, вот. Чисто. Для погреба получается такие штукенцы. Это мы с вами можем поставить, я думаю. Чуть не ставишься. Факел мешает, серьезно. Понимаю. Так, ну ладно. Зажигать уже не буду, сейчас постоянно так тухнет. Так, бочечки такие, стики там для винчик, там еще для чего-нибудь. Все это у нас здесь есть. Так, балдежная печка, кстати. Кстати, я бы, наверное, поставил где-то здесь. У нас камин, скорее всего, где-то здесь и будет, чтобы, типа, продолжение. Ну, блин, хотя... А он здесь не поставится, да? Или что? Ты ставиться здесь будешь? Не хочешь на том ставиться. Ну, поставим здесь печку, без разницы, в принципе. Так, а у нас там кроме печек еще что-то было такое, да? И типа микропечки. Ну, вот их тоже надо поставить, здесь в один ряд все. Я считаю, если поставится, конечно, не уверен, но вообще посмотрим. Так, есть контакт. Окей. Подождите, я там, видимо, ничего нигде не могу. Это нам не надо, вот это нам надо. Ну, ты поставишься, поставится. По идее, только что-то как-то она... А, она здоровенная просто такая, да? Но, в общем-то, логично. Что она большая такая. Блин, ну, дымоход, конечно, как бы получается не там, не все. Ну, как бы у нас не получается где-то здесь. А камин у нас, по идее, будет где-то в этой области, наверное. Там у нас окно, блин, получается. Тоже не особо удобно. Можно было бы поставить вот здесь. Ну, там тоже куда как бы трубу-то будет уводить. С другой стороны, конечно, мы можем найти условности забить и просто поставить, где нам с ними удобнее, да и все, и хрен бы с ним. Так, дайте мне мой факел. Все, вот. Работа пошла. Ну, собственно, всякие разные будут штуки делаться. Можем даже здесь какой-нибудь очаг такой поставить. Не знаю зачем, правда, но... Или лучше в городе поставить их просто где-нибудь, знаете. Чтобы были. Ну, я тут один, там один. Ну, почему бы нет? Ну, их тоже каждый раз поджигать надо, потому что они будут постоянно тухнуть. Чё, пускай горят. Я думаю, мы с ним лучше так местами поменяем. Все-таки это больше в угол здесь будет. Вот, здесь у нас тоже можно что-нибудь сделать будет. Хорошо, так, бочки всякие, прочие почки, это тоже замечательно. Давайте здесь даже такую стоечку поставим все-таки. Пускай это уже будет. Так, поджигайся. Зажигайся, хорошо. Еще бочки у нас есть, но они тут разные всякие. Абсолютно интересные. Так. Всякие вот эти сундучки тоже могут стоять, почему нет, да? Не обязательно их там к стене как-то ставить, еще что-нибудь типа того. У нас есть всякие ковры тоже. Ну, то, чтобы всякие. Ну, что-то есть. Ковер прям с огнем, мне кажется, вообще отличная тема. Нет, потому что ковер не буду никуда никакой ставить. Ковер, что можно это здесь положить. Ковровая дорожка, так сказать. Ведра тут всякие на самом деле тоже есть. Отличные, такие, сякие, разнообразные. Там, хочешь поставил, хочешь не поставил. Можешь здесь поставить. Где-нибудь еще. Там, бочки опять же, да, возвращаясь. Ну, всякие. Так, вот это что у нас? Это у нас куда? Ой, у нас может здесь лежать. Балдеж.
Он с вами может здесь лежать. А? Чё? Ну, кто-то делать, походу. Ладно. Так, что у нас по столам, кстати? Ну, столы здесь точно должны быть. Не самые приятные такие, так сказать. Ну, вот такие обычные, наверное, какие-нибудь. Бахнем. На которыми тоже всякое разное будет готовиться. Там еще что-нибудь нарезаться, там, не знаю, что-то такое делаться, да? Вот, а здесь тоже можно... Так, мы с вами сейчас пойдем пока в разные тоже. Давайте здесь еще побольше ящиков всяких. Не знаю, пускай какая-нибудь клетка стоит. Почему нет? Просто потому что. Потому что могу, потому поставлю, да? Вот. Примерно как-то так. Так, давайте здесь тоже поставим. Не знаю, у них там будут какие-нибудь куриц приносить, еще кого-нибудь. Да неважно. Так. Просто опять же потому, что мы с вами здесь можем, потому что здесь помещается, поэтому мы с вами здесь все это поставим. Но, кстати, довольно уютно получается, даже если мы с вами факел еще подожжем, будет вообще круто. Мне кажется. Так. Балдеж, да, красота. Светло, тепло. Кажется, мухи не кусают, вообще замечательно. Так, телеги, ну, это, я думаю, перебор. Бочек, да, бочек. Бочек можно поставить. Несколько штучек, там у меня разные, вроде как, да, есть у нас. А можно, да, можно одну на другую. Вроде как было ставить, но что там пропало куда-то. Так, это у нас бочка такая, типа, да, затычки, которые, да. Чисто для винца. Давайте поставим, пускай будут просто стоять. Ну, кстати, уже вот что-то такое. Похоже, так сказать, на кухоньку немножко. Так, у нас и такая прям даже бочка здесь есть. Я могу ее сверху на стол поставить куда-нибудь? Блин, не ставится, да? Ну, что-то не очень, конечно. Ну, ладно. В общем, здесь ковры все немножко поднимают стол. Ну, ладно, не перевернулся, на этом как бы спасибо уже, в принципе. Уже, в принципе, неплохо довольно-таки. Так, что у нас еще было? Давайте смотреть. Какие-то у нас там принадлежности, всякие там вот эти свечи и прочее. Ну, в принципе, факелы здесь есть, конечно. Можем попробовать, наверное, что-нибудь подвесить. Хотя у нас не так много, опять же, выбора здесь. Слишком какие-то богатые, мне кажется, они будут для кухни. Да, нет, давайте не будем мельтешить. В принципе, оставим вот так. Такого освещения вполне себе будет достаточно, я думаю. Так, что там у нас там еще из кухни? Всякие вот эти ящички. О, ящики можно здесь сверху ставить. Прикольно, кстати. Спокойно, все нормально, все хорошо, да. Отлично. Так. Что там еще? Такие ящики есть, как раз под еду, под всякую. Слушайте, смотрите, отлично. Так, куда ты пропадаешь-то? Почему? Пожалуйста, поставься сюда. Во, отлично. Нажимаю, он куда-то вообще в никуда девается. Так, ну подожди. Пойдет, пускай валяется. Пускай валяется. Во-во-во, класс. Хоть не все ровненько стоит. Так, давайте здесь прибор... А, можно прям туда? Или можно, подождите-ка, ну-ка. А, нет, куда, стой! Ладно, я понял тебя. Просто положим их здесь. Так, ну-ка еще раз попробуем. О, или они там висят? Да не... Ну, висят, неважно, на самом деле. Главное, что практически положили. Еще прям стаканчик-то кидай туда, да? Они вообще, они реально в воздухе висят, да, теперь? Нет? О, ой, только не стреляй, пожалуйста, ничем, ладно? А то я знаю, в такие моменты, знаете, они как бы могут, так сказать... Прикольно, можно кидать. Так, стаканчики. Что еще у нас там имеется? Это уже наполненные стаканы какие-то есть, кстати. А куда, блин, ты исчезла? Куда ты, блин, исчезаешь? О. Пускай будет. Так, у нас здесь бочки стоят тоже со стаканчиками. Как раз для мышек пускай тоже стаканчик стоит, почему нет? Так, сковородочки всякие, вот это вот точно сюда у нас с вами идет. Опять пропало. Что ж ты будешь делать? Так, она такое в определенную сторону хочет ставить, да? Ну ладно. Ничего, хотя бы так уже хорошо. Котелок. Здесь можно поставить себе? О, найс. Во, балдеж, котелок. Все, еще один здесь поставим тоже. Давайте рядышком. Пускай я буду стоять. Кружка с какими-то... Понятно. Пропадающая кружка. С какими-то травмами, короче, типа. Нормальная тема. Для готовки, типа, знаете. Все вот это вот. Ну а что, что, вполне себе даже кухня. Так, здесь какой-нибудь... Ну, дорогой у нас какой-то такой, да? Не той стороны, походу.
Отличная картина, кстати. Или что это вообще? Или это типа зеркало? Да нет. Да не-не-не-не. Или да. Непонятно. Ладно, пускай висит. Хоть это и кухня, но как бы, ну, никто не отменял, что это королевство, поэтому... Все это тоже здесь пускай будет. Я там видел, еще какие-то наборы были. Сейчас посмотрим. Тут у нас всякие... Крынки с молоком, или может быть не с молоком, а с винишком даже, как знать. Пару штучек поставить. Так, кстати, про запасик, да? Ой-ой-ой. Ну ничего, жаль, что не разбилось, на самом деле было прикольно. Ну да ладно. Так, во, еще всякие бутылечки там у нас, смотрите, какая красота. У нас такой часто будет, знаете, стол, на котором всегда будет много чего стоять, здесь хоть ничего приготовишь, у нас там другой есть, в принципе, стол. Так, а я могу накидать сюда, кстати, в эту штуку? Ну, по идее, могу. Аккуратненько. Если вот так вот не усердствовать, да? Ну, хотя бы бутылочки три. Уже, в принципе, хорошо будет. Так, давайте здесь всяких поварежек повесим, тоже пускай висят. Здесь тоже можно повесить. Во, класс. Вот, знаете, даже в некоторых моментах, конечно, игра очень даже миленько получается. Собственно, и все так прикольно, можно расставить. Но вот в основном, конечно, это просто... Так... У нас еще какие-то еще бутылечки есть, кстати. Ну, я считаю, у нас должен быть здесь запас хороший, так сказать, королевский, да, вот это все. Поэтому, ну, ничего страшного, подумаешь, падает. О, отлично, так сказать, запасики, бочечки, прочее, прочее. Так, это я, наверное, все-таки уберу вот это вот. Тихо, только, пожалуйста, стенку не убирай. Так, немножко больше света здесь, чтобы, так сказать, можно было спокойно что-нибудь нарезать там и так далее. Это у нас с вами еще эти предметы, давайте здесь тоже разложим. Пускай будут. Во, кайф. Ну а что, весьма уютненько получилось. Весьма уютненько. Ну что ж, хорошо, друзья, мы с вами тогда сегодня на этом будем потихонечку заканчивать. Продолжим дальше копить денежки, может быть, еще пару домиков построим. Ну и там уже будем обустраивать дальше наш замечательный прекрасный замок, дворец. На сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. И мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.